Она устала биться о стекло, смирилась и сложила крылья. Пыльца летела с хрупких нежных крыльев, струясь, ложилась под окно. Ей вспоминалось, как вчера она с подругами летала беззаботно, в плену сегодня и совсем одна, вчера же она была еще свободна. Светило солнце, свет даруя свой, и ласково и нежно пригревало. Ее душа от счастья танцевала и ощущала радость и покой. Коротким выдался осенний день. За горизонтом быстро солнце скрылось. Она продлить погожий день стремилась и оказалась приоткрытой дверь. Впорхнуть несложно, если свет горит, и танцевать вокруг горящей лампы. Вдруг свет погас, и тут же в страха лапы попала бабочка, застыла и дрожит. Когда же солнечным лучом рассвет скользнул через стекло по занавеске, к свободе бабочка рванулась дерзко, но выхода из заточения нет. Она устала биться о стекло, смирилась и сложила крылья. Пыльца летела с хрупких нежных крыльев, кружась, ложилась под окно. Потягиваясь, женщина вошла. О, бабочка, красавица, как мило, лети, родная. И тотчас она к свободе дверь стремительно открыла.